А что снега много навалило? Так это хорошо. Хорошо? А как же должна быть зима без снега? Вам людей хватает сейчас или нужна помощь еще дополнительно во дворы? Пока хватает. В настоящий момент мы добавили дворников, у нас уже около 1100 человек находится на территории. Обычно у нас находится на линии около 100-110 автомобилей, сейчас у нас уже 160 единиц техники. Я хочу также обратиться к нашим жителям, попросить их, что называется, терпения. Мы в кратчайшие периоды вывезем снег с городского округа на специальные места по приему снега, чтобы люди комфортно могли передвигаться как пешком, так и на транспорте. На улице снегопад. Делают, что могут. Убирают, в принципе, убирают. Я всегда довольна. Все хорошо, и на работу хожу, и с работы хожу, и всегда все убрано. С учетом обстановки относиться к этому делу. Мало ли, сейчас ураган какой-то все разнесет. И что, виноваты коммунальщики?